добрый день еще раз, дорогие друзья. Ну что ж, где ваши аплодисменты? Мы продолжаем. Громче, громче, громче приветствуем всех участников фестиваля «Танца на пилоне» Fly Dance Fest. Ну что ж, мы с вами пережили первую часть нашего грандиозного фестиваля, детскую часть. И наверняка в этом зале есть участники, которые хотят получить диплом победителей. Есть у нас такие в зале? Громче, 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 вас не слышно, друзья, давайте их поддержим. Но, естественно, для того, чтобы красиво вручать наши награды, всем участникам сегодняшнего фестиваля приглашаю наше очаровательное жюри. Давайте им поаплодируем. Потрясающая Людмила Палатова! Ваши бурные овации! Громче, 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 не стесняемся! Проходим на нашу сцену. Встречаем Анна Румянцева! Ваши бурные аплодисменты! Ну и, конечно же, непревзойденная, встречайте, Мария Биманкулова! Ваши аплодисменты, овации, мы продолжаем, друзья. Ну что ж, сегодня абсолютно каждый из вас достоин своей победы. Естественно, сейчас мы будем называть абсолютно всех участников, и каждого приглашаем на нашу сцену для того, чтобы получить свой приз и подарок из рук нашего очаровательного, прекрасного, красивого жюри. Ну что ж, мы начинаем, дорогие друзья. Итак, внимание. Fly Dance Fest, украинский фестиваль танца на пилоне. Диплом участника награждается Полыга Мила. Категория полспорт, дети, категория 1, новички. Студия полспорт, ваши овации. Громче, громче, громче поддержим, друзья. Обязательно останавливаемся возле членов нашего жюри для того, чтобы сделать яркое, красивое фото. Прошу вас. Мы продолжаем, дорогие друзья. Номинации «Полспорт дети», категория 1 «Любители». Дипломом участника награждается Иващук Алина, полдэнсер Aerial Art Studio Butterfly. Встречаем, встречаем не менее бурными аплодисментами. Фотографируемся с нашим прекрасным жюри. Диплом в номинации «Полспорт дети», категория 1 «Профессионалы». Дипломом за второе место награждается Бондаренко Дарья, полдэнсер Aerial Art Studio Butterfly. Ну и, конечно же, специальный подарок от Стики Молли. Ваши овации, друзья. Продолжаем, да, фотографироваться обязательно членами нашего жюри. Можно поближе к нашим участникам подойти. Продолжаем, друзья. Номинации «Полспорт дети», категория 1, профессионалы. За первое место диплом получает Ветренко Вероника, полдэнсер Aerial Art Studio. Ну и, конечно же, подарок специально от нашего партнера Стики Молли. Ваши аплодисменты. Смотрим, фотографируемся и продолжаем, друзья. Диплом в номинации «Полспорт дети», категория 2 «Новички». Дипломом участника награждается Порядков Марк. Ваши овации, друзья! Единственный герой-мужчина нашего фестиваля. Давайте поаплодируем. Громче, 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 громче встречаем. Ну и, конечно, вам подарок. Подарок нашему участнику. Бестселли Карамели, у него сегодня дебют, друзья, давайте его поздравим. Громче-громче фестиваль. Дипломом в номинации «Полспорт дети», категория 2 «Новички». Третье место, друзья, Татарин Елизавета. Студия полдэнса фитнеса «Юникор». Ваши аплодисменты, друзья. Ну и, конечно же, специальный подарок-сюрприз от Стики Молли. Ваши овации. Мы продолжаем. Обязательно фотографируемся. И дипломом за второе место в номинации «Полспорт дети», категория 2 «Новички». Награждается вторым местом Шелегон Елизавета. Ваши бурные овации — это второе место. Встречаем сюрприз от Стиви Молли. Громче, громче, громче поддерживаем, друзья. Мы продолжаем. Обязательно останавливаемся, чтобы сфотографироваться с нашим очаровательным жюри. Номинация «Полспорт дети», категория 2 «Новички». И это первое место, друзья. Гуртовая Дарья, студия «Полспорт». Ваши аплодисменты. И это первое место из рук членов нашего жюри. И специальный подарок от партнера «Квест комнаты аномалии». Не убегай, не убегай, малышка. Мы тебе еще один подарок подарим. Прошу вас. Да-да-да, возвращайся, получи свой приз. Спасибо, продолжаем.
Диплом за третье место в номинации «Полспорт. Дети». Категория «Два любители». Награждается третье место «Литр Мария». Студия «Полданс» от фитнеса «Юникорн». Ваши аплодисменты. И, конечно же, подарок от «Стихи Молли». Аплодируем, аплодируем, друзья, поддерживаем. Дипломом за второе место в номинации «Полспорт. Дети». Категория «Два любители». Второе место награждается Жуковская Екатерина. Студия «Полданс» и фитнеса «Юникорн». Громче, громче, громче аплодируем. И «Стихи Молли» специальный подарок от нашего партнера. Обязательно фотографируемся, друзья, не забываем. И это первое место диплома в номинации «Полспорт. Дети». Категория «Два любители». Награждается первым местом Некрасова Анастасия. Вайджендер из «Полден Студио». Ваши аплодисменты. И это первое место и подарок от нашего партнера «Стихи Молли». Ваши овации аплодируют, друзья. Поддерживаем наших участников. Мы продолжаем, друзья. Первое место дипломом в номинации «Полспорт. Дети». Категория 2. Профессионалы. Дипломом за первое место награждается Яровая Анастасия. Студия «Бельфор». Ваши овации. Ну и, конечно же, специальная номинация. Яровая Анастасия за самые сложные трюки на фестивале. Громче, громче, громче держите. Мы поздравляем вас с радостью. Продолжаем. Обязательно делаем яркие праздничные фотографии. По-моему, она еще не понимает, за что едва диплома, придет в себя. Мы продолжаем, друзья. Диплом, спасибо, диплом участника «Полспорт. Дети. Категория 3. Новички». Стрельченко Анастасия, «Полан. Школа. Магия движения». Ваши аплодисменты. Прошу вас. И маленький сюрприз от «Стихи Молли». Диплом участника. Фотографируемся, друзья. Прошу вас. Диплом участника номинации «Полспорт. Дети». Категория 3. Любители. Награждается Андрощук Анна. «Полданс Интериал Арт Студио Бажанфа». Ваши аплодисменты и, конечно, сюрприз от «Стихи Молли» нашего партнера. Прошу вас, вручите, пожалуйста. Мы продолжаем. Диплом за третье место в номинации «Полспорт. Дети». Категория 3. Профессионалы. Третьим местом награждается Маковоз Александра, студия «Танца Чой». Ваша овация, Александре. Прошу вас. Маленький сюрприз от «Стихи Молли». Прошу вас. Мы радуемся, улыбаемся. Мы же диплом держим в руках. Диплом за второе место в номинации «Полспорт. Дети». Категория 3. Профессионалы. Второе место встречайте. Вельева Анастасия. Студия «Танца на пилоне» «Бельфор». Ваши аплодисменты. Ну и, конечно же, Анастасия, вам вручается еще один диплом за артистизм. Специальная номинация. Ваши бурные овации, друзья, поддержим. Дипломом за первое место в номинации «Полспорт. Дети». Категория 3. Профессионалы. Награждается первое место, друзья, Марченко Екатерина. Студия «Танца Зефир». Громче, громче, громче. И специальный подарок от наших партнеров «Стихи Молли». Ну и, конечно, за лучший костюм Марченко Екатерина. Ваши аплодисменты, друзья. Это еще одна специальная номинация. И продолжаем. Диплом за третье место номинации «Полотна. Дети». Категория 1. Новички. Третье место Перепадя Полина. Ваши бурные аплодисменты, друзья. Ну и, конечно, специальный подарок от трогательного зоопарка. Прошу вас, передайте нашей малышке. В этом месте можно трогать абсолютно все живое. Друзья, мы продолжаем. Делаем спасибо большое нашей маленькой героине. Диплом за второе место в номинации «Полотна. Дети». Категория 1. Новички. Второе место Ленцова София. Фитнес-центр «Константа Спорт». И это второе место, друзья. Поддержим. Громче, громче, взрослые, но поддержите же наших детей. Они очень старались. Ну и, конечно, подарочный сертификат от трогательного зоопарка. Прошу нашей маленькой участницы. Смотрим в кадр, делаем яркие фото. Мы продолжаем, друзья. Диплом за первое место в
Номинации «Полотна дети», категория 1 «Новички». Первое место встречайте этот Ткаченко Полина. Центр развития ребенка «Солнечные лучики». Ваши аплодисменты. Громче, громче, это первое место. Конечно, маленький сюрприз от нашего партнера Стики Молли. Прошу вас передать нашей малышке. Пожалуйста, друзья, мы продолжаем. И следующий диплом участника. Номинации «Полотна дети», категория 1 «Любители». Диплом участника награждается Шаталова Данна. Это фитнес-центр «Константа Спорт». Я прошу вас передать эту награду. И маленький сюрприз от Стики Молли. Прошу вас, не забываем останавливаться возле нашего жюри и делать фото и аплодировать нашим участникам. Диплом участника «Полотна дети», категория 1 «Любители», награждается Валыга Мила, студия «Полспорт» Анны Румянцевой. Ваши аплодисменты, друзья! Ну и, конечно же, специальный подарок